Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день. Нормально, да? То есть турист приезжает, на какое количество дней приехал, такое количество этих ваучеров ему и вручают. Да? И он этими ваучерами может расплачиваться в гостиницах, ресторанах и так далее. То есть они подсчитали, что это приблизительно половина его дневных расходов. И это им выгодно. Даже это будет не половина, предположим, это будут все его дневные расходы. Вот такой скупой турист приехал. Ну, приедет же не скупой, их приедет и большинство таких. И они заплатят нормальные деньги. Экономика Японии ничего не потеряет. То есть здесь выбран вот такой путь. Здесь решили, они раздали деньги там по штуке баксов каждому, да, и решили, что нужно также вот туристический бизнес профинансировать. Как его профинансировать? Если раздать каким-то фирмам, ну все украдут, нафига? Надо раздать туристам. Они будут этими ваучерами расплачиваться. Ситуация контролируется элементарно. Эти же рестораны, кафешки, парикмахерские, все остальные, они с этими ваучерами придут, скажут, денег дай. Да. А на самом деле ваучер это не деньги. Да? И все, ну, с этих денег закроют налоги, с этих ваучеров и прочее, прочее, прочее. То есть никаких потерь, никакая, ни одна копейка не уедет из страны, а при этом стимул для туристов колоссальный. Представляешь, куда поедем? Ну, конечно, в Японию. Они по 185 долларов в день платят. Они в день платят больше туристу, чем Россия платит своим там пенсионерам, ветеранам, я не знаю, за месяц. Представляете? Потрясающая ситуация. Это только для внутреннего туризма в Японии. Но я вот этого не нашел. Я прочитал очень много различных СМИ, да, и в том числе французских, и везде пишут, что это и так, что действовать будет это в конце июля, что, значит, получать будут ваучеры через японские туристические агентства. Так что все, не наоборот, тут вот все пишут, что это для зарубежных туристов, что это как раз касается зарубежных туристов.